Всем привет, с вами я, Оксана. Извините, что не было так долго видео. Сегодня видео посвящается моим рассказкам. У меня их 4 штуки, но на самом деле 5, просто одну мне лень находить. Она большая, это рассказка Джоанны Бэссетт «Зачарованный лес». Может быть, в конце я покажу, как я ее раскрасила, ну не знаю. Пока что посмотрим 4 раскраски. Первый рассказ, который у меня тут есть, это раскраска «Свадьба». Я такой человек, который покупает раскраски, их не раскрашивает почему-то. Но тут где-то я раскрашивала, и примерно это все выглядит так. Мне вот это очень красиво нравится. И тут она свадебное платье примеряет. Дальше просто нет ничего тут, что я раскрасила. Ну, может, торчик. Я решила его вот так сделать. Больше ничего тут не раскрашивала. Следующая раскраска Angry Birds черная книга. Мне ее подарили. И сейчас я вам покажу, что я раскрасила. Люди, я искала, что я тут раскрасила, и я тут ничего не раскрасила, кроме вот этого рисунка. Он мне очень нравится, кстати. Следующая рассказка Angry Birds «Свинство нет». Гигантская книга рассказ. Некоторые там, может, повырезала детальки, но сейчас я вам покажу, что я раскрасила целое. Как вы поняли, эту раскраску я раскрашивала очень много, и все раскрасила почти. Следующая раскраска – это арт-терапия, кототерапия, раскраска антистресс для творчества и вдохновения. Сейчас покажу, что я раскрасила. Ну что ж, такое коротенькое видео получилось. Надеюсь, вам понравится. Пока-пока!